In the holy name of Krishna, he said, "You will find one day you will be in the harem of Krishna." Он сказал, благодаря могуществу святого имени Кришны, однажды вы обнаружите, что вы в гареме Кришны. So what he means to say, Muktir Hitvanyata Rupam Swarupena Vivastiti, that really service connection with Guru and Vaishnav and proceed taking the holy name under their guidance will enter the divine service domain and enter in a loving exchange with the Lord and His devotees. Что он имел в виду? Что благодаря общению с гуру Вайшнавом и служению ему постепенно мы не только избавимся от негативного, но обретем доступ в позитивный мир и станем членами группы служителей Кришны. We're told for all of this wonder of wonderful things to transpire, that we should be cautious on the spiritual path. И в этой группе нас с Кришной будут связывать удивительно нежные, любящие чувства. Но для того, чтобы все это стало реальностью, нас предупреждают о некоторых опасностях, которых следует избегать. So we're told from Padma Purana, there are 10 offenses to the holy name that we should avoid. Нам говорят о 10 оскорблениях святого имени, перечисленных в Падмапуране. Нам следует их избегать. Beginning with satam nindam, not to abuse the devotees of Krishna. Первое из этих предостережений – сатам ниндам, не следует оскорблять преданных Кришны. There is no Krishna without his devotees. Без преданных Кришны, Кришны не бывает. Of course, they're devotees, so we have to be careful. Конечно же, они преданные, поэтому нам нужно быть осторожными. Once, Srila Prabhupada was giving a lecture in Berkeley, California, in a big temple. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию в Беркли, в Калифорнии, там был большой храм. Maybe there were 1,000 devotees there. Там собралась, быть может, 1,000 преданных. And some little kids started like talking out loud, like they do. И маленькие дети начали там громко говорить, ну, вести себя как дети. And so one of the temple authorities gave a dirty look and like, silence that kid, get him out of here. И один из представителей храмовых властей, менеджмента, грозно посмотрел на этого ребенка и так дал знак, типа, выведите отсюда этого ребенка, уберите его. Chastising his mother. Он начал ругать маму ребенка. So it interrupted Srila Prabhupada's talk. И в итоге это прервало лекцию Шрилы Прабхупады. The women were upset. Женщины начали волноваться. And so Prabhupada said, you cannot chastise a child like that. Женщины были возмущены. И Прабхупада тогда сказал, ребенка нельзя так ругать. Like once he said, it is an unforgivable offense to eat something in front of a child and not offer them something. В ином случае Шрила Прабхупада сказал, это непростительное оскорбление есть что-то в присутствии ребенка, при этом не предложив ему. They cannot control themselves. Потому что дети не в состоянии контролировать себя. So all the women were very happy. Все женщины были очень счастливы услышать. Тот представитель храмовых властей так сжался. И Прабхупада продолжал, также нельзя ругать женщин. Then the women were even more happy. Тогда женщины выразили еще большее счастье. And that man's head was hung even lower. А голова того человека опустилась еще ниже. And then Prabhupada said, but neither can you chastise the Brahmins. Но Прабхупада продолжал, и также нельзя ругать брахманов. Then he was resurrected. Тогда этот человек был возрожден. So it showed Srila Prabhupada's magnanimous, affectionate, harmonizing capacity. Эта история показывает великодушную и приводящую в гармонию способность Шрилы Прабхупады. So we always want to be very careful in our dealings with the devotees. Итак, мы всегда хотим быть крайне осторожны в своем отношении к преданным. It's through their agency that we have a connection with Krishna. Потому что через посредничество преданных мы обрели связь с Кришной. Then the gods and goddesses.
Далее есть боги и богини. The gods and goddesses, they're all coming to the house of Nanda and Yashoda to worship the appearance of Sri Krishna. Но эти боги и богини, все они приходят в дом Нанды и Яшоды для того, чтобы принять участие в праздновании рождения Кришны. Krishna's Deva-Deva, the God's God. Кришну называют Дева-Дева, Бог богов. What to speak of the gods and goddesses of this world? We hear even Mahavishnu wants to see Krishna, have Krishna's darshan. Что говорить о богах и богинях этого мира, если, как нам говорят, даже сам Махавишну мечтает обрести даршан Кришны. The third offense, Gurur Avagya. Третье оскорбление, Gurur Avagya. Although we may see so many human symptoms in Guru, we should understand Guru as Krishna's direct delegated potency. То есть пренебрежение гуру. Несмотря на то, что мы можем видеть в личности гуру очень много человеческих черт, но нам всегда следует помнить, что Кришна – это непосредственный уполномоченный представитель Кришны. The absolute himself descending in our relative circumstance. Гуру – это сам Абсолют, который не зашел в наши относительные обстоятельства. So Krishna says, «Ачарджам мам биджаният навамоньета кахарчид». Намартья будхья суета сарва дева майо гуру. Understand, guru is my very self. Сам Кришна говорит, пойми, что гуру – это я сам. Then the scriptures, and primarily those scriptures dealing with the supremacy of Krishna. Следующее предостережение касается писаний, в особенности писаний, провозглашающих высшее положение Кришны. They are amnai, which means divine sound, revealed truth. Они амная, что означает богооткровенная истина. So they appear in this world passively in the form of books or digital media, whatever it might be, but actually it's spiritually conscious substance descended into this plane. Эти писания могут представать в этом мире в пассивной форме, как книги или же в форме электронных файлов, но следует помнить, что на самом деле это живая, сознательная духовная субстанция, лишь предстающая перед нами в таком облике. And by the grace of Guru and Vaishnav, we may have a glimpse of their superconscious position. И по милости Гуру и Вайшнава, нам может быть явлен отблеск их положения, сверхсознательного положения. Also, those scriptures have many wonderful statements, including about the holy name of Krishna. И в писаниях есть множество удивительных, поразительных утверждений, в том числе некоторые слова о могуществе святого имени Кришны. We should not think it's exaggeration, imagination, hyperbole. Не надо думать, что эти слова Писаний о славе имени Кришны – это плод воображения или преувеличение, гипербола. Также нам не следует думать, что мы в состоянии интерпретировать, переводить святое имя. We'll Google the holy name. Гуглить его. Right. And that way we'll get some understanding. И из Гугла мы поймем, что такое святое имя. No, the holy name is Krishna himself. Но святое имя – это сам Кришна. As much as he wants to reveal to you, that much you can know only. Вы можете познать его только до той степени, до какой он сам захочет раскрыться перед вами. As Srila Gurudev says, if we make ourselves fit receivers, then you'll be astonished at the level of revelation. Шрила Гурудев говорит, если вы сделаете себя достойными приемниками, то вы будете удивлены, сколь великие откровения придут к вам. But don't think that by applying our mental prowess and intellectual capacity that we'll decipher the esoteric meaning. Но не думайте, что, опираясь на силу своего ума и свои интеллектуальные способности, мы сумеем расшифровать тайный смысл имени Кришны. And neither shall we, if we hear, we'll be told in the scriptures, one name of Krishna can nullify more sinful activity than you can possibly commit.
Далее, в Писаниях мы можем услышать такие утверждения, как «одно повторение имени Кришны способно отменить последствия большего числа грехов, чем можно было бы совершить». И мы можем подумать, замечательно, значит, получается, что я могу грешить как угодно, потом один раз повторив Хари Кришна, я стану снова девственно чист, как сибирский снег. If we're insincere in our approach, then what can we expect as a result? Но если мы подобным образом не искренни в своем подходе, то чего нам ожидать? And after all, sincerity, faith, this is the requirement. В конце концов, главное, что требуется, это искренность и вера. It's understood we're approaching from a position of imperfection and relative ignorance. Ведь понятно, что сейчас мы обращаемся к этому, находясь в сравнительном невежестве, находясь в сравнительном несовершенстве. But our belief is in the purifying power and correcting power of the perfect. Но мы верим, что совершенное способно нас очистить и исправить. Once one South Indian acharya, where they have some strictures like Westerners cannot enter the temple because of having engaged in sinful activities in this lifetime, even if you've given them up, still in this lifetime you, so they think you have to wait another lifetime or some such idea. В Южной Индии в некоторых храмах заведены такие правила, что западные люди не имеют права заходить в их храмы, поскольку считается, что западные люди в этой жизни совершали определенные грехи, и даже если человек в этой жизни уже оставил эти грехи, все равно считается, что в этой жизни таковы их правила, таковы их традиции, уже не может войти в этот храм, ему нужно ждать следующего чистого рождения. So one devotee trained by Srila Guru Maharaj, Achyutananda, he said to him, in your estimation, which is greater, the polluting power of sinful activities or the purifying power of the holy name of the Lord? I told to whom? At Acharya. This devotee, they're saying, you cannot enter because of this. So he's saying, because you performed sinful activities. So he's saying, well, in your estimate, which is powerful, the polluting effect of sinful activities or the purifying power of the holy name? Итак, однажды Ачютананда Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, в Южной Индии встретился с одним таким ачарьей, который утверждал, что нельзя западным людям по этим причинам заходить в храм. Ачютананда Прабху задал этому ачарье следующий вопрос. «Скажите, а по вашей оценке, как вы считаете, что сильнее, оскверняющая сила грехов или же очищающая сила святого имени Кришны?» So he silenced that acharya. Тот ачарья не нашелся, что ответить. So, but still, we should not abuse that. Но нам не следует злоупотреблять этим. And that is a side effect of the holy name. Ведь подобное очищение это лишь побочное следствие святого имени. We should not think the holy name is one of many pious activities, spiritual practices one can do in the world. Также нам не следует думать, что повторение святого имени – это один из многих видов благочестивых практик, полезных практик, существующих в этом мире. It's the supreme spiritual activity. Ведь повторение святых имен – это высшее духовное занятие. Jai Shri Padme Jai Raman Prabhu Ki Jai. And what else? Oh, and I think I've covered most. Faithless. Huh? Faithless, ninth. No. Well, I said you need faith, shraddha. Yeah. And lastly, Srila Guru Maharaj says that, gives an example of some men. They're rowing their boat in the dead of night, and when the sun appears, they see their boat has not advanced. Наконец, Шрила Гуру Махарадж описывает такую ситуацию. Говорит, представьте, что люди сидят в лодке и гребут изо всех сил на протяжении всей ночи, но утром восходит солнце, и они видят, что их лодка не сдвинулась ни на метр. Because it's still moored to the dock. Потому что осталась привязанной к причалу. So there's always some mundane attachment we have. It's different for different people. But that
While we're chanting and trying to make spiritual progress, chanting, serving, associating, that one thing, if we don't break it, it will arrest our spiritual progress. Потому что всегда есть какая-то одна привязанность. Она у каждого человека может быть своей, но у каждого есть какая-то привязанность, за которую мы держимся и которую мы не готовы отпустить, даже повторяя святое имя. И эта привязанность мешает нам расти, мешает нам отправиться туда, куда зовет нас святое имя. So we can think, oh, there's so many things we're being told to remember. Итак, мы можем сказать, ну как же я запомню все это? We're told all of it's encapsulated in one principle: always remember Krishna, never forget Krishna. Но нам поясняют, все это можно подытожить в одном принципе: всегда помните о Кришне, никогда не забывайте о Кришне. That's all you have to remember. Это все, что вам нужно запомнить. And to be sincere in our approach. И будьте искренни в своем обращении. We're inviting Krishna, and he's reciprocating. Ведь мы приглашаем, зовем Кришну, и Он отвечает взаимностью. So we take this seriously, Krishna will take you seriously. Если вы примете это всерьез, то Кришна воспримет вас всерьез. To whatever degree you surrender, it's not only proportionate that Krishna surrenders, but because He's infinite, His response is infinite. До какой бы степени вы не предались этому, ответ Кришны будет не просто пропорционален этому, но поскольку он безграничен, бесконечно могуч, то его ответ будет бесконечен по силе. Джай, Шри Шри Гуру Гуранга Джайата, Шри Кришна Джанмастами Махамахотсава Тити Ки Джай, Шри Харинам Ки Джай, Шри Приту, come here. Hey, I thought he was going away. No, please. Hey, Krishna.